И всем привет, друзья! С вами снова я, Ред, и с вами... Вы смотрите канал Эверест ТВ. С вами я, Ред, и Илка. Сегодня мы будем играть за Олег. У нас только по одной леге, Сэнди и Кроу. Пошли фармить ящик. Борн меня сейчас... У него Сэнди сидит. Круто зафармить. Нужно еще. Пуэнка. Отравил. Пайпер. Еще один круг. Во, Сэнди. Сэнди, ты сейчас дохнешь. Ты сейчас дохнешь. Проиграл. Ну да уж. Ну, еще раз. Так, ждем вилку. Наверное, он не какого-то бойца прилагает. Наверное, мы сегодня играем не за леди. Мы ждем. Выбираем Джессику с моим гаджетом. И пошли в бой. Сейчас розовая и... Мама, хотя все знают, что моя мама, как мама Джейски, это, конечно, будет Пэм, Пэм, Пэм. Та самая, которую сделали ремодельку. Блин, опять эти стрельцы, они всегда меня убивают. Пилка, спасайся бегством. Пилка, 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 спасайся. Ну или просто... Блин, там сейчас Биби. Биби под коктейлем. Давайте убейте меня. Это будет рико. А Роза просто сделала кустик. Просто Илк крут. Илка, сделай еще куст. Старник. Ай! У меня просто замочили. У меня нету слов. Илка, ты живой! Илка, ты живой! Илка, ты живой! Ты живой! Ты живой! Ты живая! Живая вода! И священного источника, блин! Зомбик! Илка сдох. Короче, два слова. Илка сдох. Ну, плюс один кубасик никому не помешает. Сейчас мы выберем других бойцов. Возьмем две дяденьки. Эль Примыча и Карлушечки. Эх, только прокачал Карлушечку на 500. Так еще и сливать будет. Я сюда, удар. Там Пайпер, там я. Оба меня далеко стреляют, много урона нанесут. Блин, надо куда-то уйти. Мистер Пи убивает Мистера Пи. Илка убивает я. А Фрэнк убивает Мистера Пи. Да сколько там Мистера Пи? О, месяц. Сколько мистера Пи? Пайпер убила Илку. Нужно куда-то убежать. Не забудь кусты пробежать. Привет, мистер. Нет, тут всего лишь... И что, три там? Я не знаю, сколько там мистера Пи, потому что я там видел. Пайпер убила мистера Пи. Нет, ну это нереальный забес. Победить.
Я против. Точнее, я убью Охара. Толстый Фред. Бьяу! Не знаю, через сколько секунд вернется мой напарник, потому что скрывает мой гаджет. Вот какой. Положу немножко тут угля. О, сейчас возьмем. Ну чё, мистер Пи, пошел ты? Куда пошел? Далеко пошел? А я вообще-то тебя накормить, напоить, напузырить. Подобрал коктейль, и меня уже Биа убил. Ну ничего, второе место. Ну а сейчас, ребята, тупо крутая команда. Барлей, Шелька. Шелька, раз. У меня восьмая сила на Шельку. Но нету гаджета. О, там еще Барлей. Водку нальешь. Только золото и бутылки красивые, но в них ничего нету. А так мы уже тебя убили. Да. Говорила же мне мама не подходить близко к Леонтию, но блин, их там двое было. И в общем, это просто слив. Ребята, гаджет реактивные ботинки. Конечно же, бро. Ну и наша кустарница Илка Роза. Наконец-то! Тару убила. Пристрелила Сэнди. О, ты подсветил мне ящика. Я не знал, что тут ящик. Вот такой невидимый. Ай, блин! Там Джейска. Сэнди! А, блин! Я уйду, я тут постою. Никто меня тут не найдете, пока мой напарник не рыснется. Ля-ля-ля-ля. Если... Пошли вы все отсюда. Хатыш, на тебе Хэнди, на тебе Хэнди, на тебе Бунди, на тебе Хэнди. Ты. Ну а сейчас, ребята, мега крутой замес. Только Илка почему-то выше. Ну ничего. И сейчас мы собираем за Джейску пару. О май гад, Спайк. Привет, Спайк. Я тебе так люблю. Что убью когда-нибудь. Блин. Ну, наконец-то я допарил. Спайк, ты фармишь кольта? Мы фармили кольта. А Спайк без меня не смог. Помидорка. Ник, Гил, блин, Гил! Гил под коктейлем. Ну, Джейска тоже под коктейлем. Ходишь. Раз, два, и все, зафармила ящик. Как два бобра. Где коктейль? На тебе Нита. Ниту! Мы оба пристрелили! И помидорка! Теперь иди... Помидорка! Там рыснется сейчас коктейль!
Ты его не выпьешь, а выпьет кто-то другой. Какой ты крутой. Джесика тупая, Джесика, а Джесика, Джесика, Джесика. Ну хотя бы помидорка с 10 банками. Я знаю, ты тут. Нет? Да, блин! Ты тупая, Джесика, Джесика тупая. Вражеская, которая не я. Джесика. Пока, сдохни, Пока, сдохни. Молодец, помидор. Коктейль! Коктейль! Я запарлю коктейль из... Давай, помидорка, всего лишь... Твоя чудо-игла нас спасла. Ну, ребята, и на этом моменте мы заканчиваем видео. Если вам понравился видос, ты поставь скорее лайкос. И нажми на подписан, не забудь про колокол. С вами был Ред на канале ТВ Эверест. Йоу. Кстати, я вам докажу, что Джессика дочь Пенки в следующем видео.